воспользуюсь случаем и поздравлю с настоящим мужским праздником 23 февраля, Днем Защитника Отечества, всех наших боксеров, так как я тоже в детстве был боксером. И считаю, что это один из самых мужских видов спорта. Потому что здесь участвует не только тело, но и голова. Вот. И по моим длительным наблюдениям, обычно выигрывает при равных составляющих тот боксер, который умнее. Вот. Поэтому в день нашего праздника всех поздравляю, желаю здоровья, счастья, а молодым успехов в спорте. В ближайшие дни февраля месяца предстоит нам встретить День защитников Отечества. Отметить этот день хотелось бы и поздравить наших боксеров нашей русской земли, которые всегда были не только на ринге, но и во время боевых действий отстаивая интересы Родины. Поэтому мне, как художнику, который, так сказать, необычайно низко склоняет голову перед боксерами, силой нашей физической. Хотелось поздравить лично, непосредственно Александра Поветкина, нашего очень успевающего боксера. И чтобы пожелать ему огромных успехов творческих в этом боевом поединке. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мастера держали честь Родины, так и сейчас они продолжают держать честь Родины. И к этому дню военному нашему хотелось их поздравить и поблагодарить за их большие, героические и огромные профессиональные успехи в деле нашего бокса России.